на этой выставке с Яни Мане. Покажи, пожалуйста, Скорзее, чтобы я была не голова. Что? Это клип. То есть, подойдя к этой картине, я не погрешу против правды, если я скажу, что у меня челюсть лежала на полу. Понимаешь? Я все время подходила к табличке и смотрела по сторонам. Это клип? Это не перепутали таблички? Это клип, который был сам мастером сецессии, который был абсолютным гением в своем стиле, в своей стихии. Но он не мог быть равнодушен к тому, что придумал мама. И он несколько своих работ, там не одна эта работа была, но это самое интересное. Я бы сказала, это работа а-ля Мане, конечно же. Хотя написана она Климта. Он не мог, как человек искусства, как живописец прекрасный, он не мог пропустить мимо себя те открытия, которые сделал Мане. Он решил, я тоже, Вась, такую же хочу. И он написал это прекрасное озеро Скорзе. Это вы понимаете, что вы на самом деле ничего не видите. А в живой картине, там в одном, в каждой этой рябинке этого озера, там и бирюзовое, и ультрамариновое, и белое, и розовое, и сиреневое. Это просто вот плыви. То есть совершенно изумительная работа. Итак, значит, последователи Климта, те, кого он заразил своим искусством. И при том, я еще раз повторяю, это не человек, который, допустим, пришел из академизма, увидел импрессионизм и понял, да, о, хочу. А он занимался сецессией достаточно интересной глубокой стиль. И он отходит в этих работах от сецессии, начинает делать импрессион, потому что невозможно удержаться. Это магическое искусство. А теперь вы понимаете, что концепт этой выставки «Сияние Мане» достаточно интересен, поэтому мы с вами сегодня, собственно говоря, собрались по итогам, во-первых, этой выставки, а во-вторых, я сейчас задам вопрос, на который совершенно очевиден ответ. Скажите мне, мои дорогие, как вы думаете, если удачно проходит выставка, если хорошо на нее идет публика, несколько месяцев, то есть музей хорошо зарабатывает, есть такое желание у других музеев выйти не хуже. Конечно. Конечно. И есть много людей, любителей Мане, как вы понимаете, в мире. Да? Сейчас верим. Именно вот в этот момент происходит выставка, которая называется Мане. И куратор этой выставки из музея Альбертино пошли тем же путем, по которому прошли уже люди, работающие в Бельведере. Они написали во все провинциальные музеи Европы, Америки, Японии, не могли бы вы прислать нам работы. Понятно, да? И почти вот очень похожая концептуально выставка происходит сейчас. Параллельно с ней в Альбертине происходит выставка совершенно другая. Там сейчас картина Ника Пиросманишвили, и поэтому как бы по контрасту почувствуйте разницу. Совершенно не цветные графичные работы примитивиста Ника и работы Клода Мане. Вот мне написала одна из девочек, которая ко мне ходит на постоянной основе. Она сейчас в Вене, она написала, что она посмотрела Брегеля. Теперь она, значит, смотрит Мане, а еще она смотрит Пиросманишвили, и она на седьмом небе от счастья. Вот как рождаются идеи очутиться в Париже и в Нормандии и посмотреть все живьем. Рассказываю, как это произошло у меня. Вот, может быть, вам мой опыт будет полезен. Покажи нам, пожалуйста, зал в оранжерее. Вот 4 года тому назад с ребятами мы
в музее Оранжери, знаменитый зал кувшинок Мане. Примерно вот так вот на банкетках сидят японцы. Мы с детьми заходим в зал. Я понимаю, работая с японцами 9 лет, что эта история надолго. То есть ждать, пока они встанут и уйдут, а мы сядем и насладимся, это вряд ли, думаю я, потому что они, когда начинают любоваться, они могут любоваться с 10 утра до 6 вечера спокойно, не поднимаясь от сиденья. Но японцы всегда меня удивляют, и этот случай не был исключением. Они увидели, что группа детей, что это не просто какие-то пришли экскурсанты, это дети. У японцев к детям такое отношение, что дети для японского человека, ребенок – это бог. У них вот такое отношение. Они, так, буквально два слова друг другу, поднялись, то есть их человек 30, поклонились нам. Садитесь. Мы, конечно, нас зашатало, потому что я уже ребят настроила, я говорю, надо подождать. Не надо было ждать, они ушли. И мы сели на банкетке, и вот очутились в зале, где кувшинки Мане. Это картины, в которых нет горизонта. В этих картинах как будто нет низа и верха. Нет времени года. Конечно, можно напрячься и придумать, какое время года. Вот такая просто жизнь, я не знаю, как другие люди воспринимают эту серию, но я себя чувствую дюймовочкой на листике кувшинки, внутри вот этого чуда, этого озера, в котором кувшинки, плакучие ивы, отражения, все в ней. Я сижу и сама себе внутренне задаю вопрос. И серия нечто. Чего бы тебе хотелось, дорогая? Но ты уже достигла пика, ты уже в оранжерее. Ты видишь, ты в Париже, ты в оранжерее. Ты видишь вот это все живьем, эту живопись сказочную. Следующая ступенька. Я себе, из серии нечто. Я хочу очутиться в саду Живерни, где вот это все есть. И понять до конца, как он это создавал. И вот в этом году летом мы едем с девчонками в Париж, в Живерни, в Нормандию. И из чего рождаются мечты. И сейчас покажи нам, пожалуйста, начало изображений фотографий Живерни, чтобы людям было понятно. В принципе, я вам хочу сказать, когда ты едешь подготовленный, насмотревшись тысячу фотографий других людей. Усадьба, цветы, розовый дом с зелеными ставнями, плетистые розы. Ты как будто внутри себя подготовлен. Но на самом деле ты, конечно, абсолютно не готов, что на тебя воздействуют сразу все твои рецепторы, включаются. Во-первых, ты видишь эти все цвета не на фото, не в компьютере, а ты видишь живьем. Мы были в конце июня, в начале июля. Вы понимаете? То есть все цветение, какое вообще возможно для лета, все было. То есть розы цветут, кувшинки цветут, все, что плетистое, все бьется, с ума сойти можно. То есть какие-то сорта даже тюльпанов были, они не отошли. Какие-то виды растений, там типа сакуры тоже поздние, тоже цвело. То есть, короче, все цвело. Дальше. Следующее. Это не случайно Ирочка дала... Вернись на секундочку. Как выглядел этот сад во времена, когда был жив Мане? Это 86-летний старец ходит по своей усадьбе. Он, между прочим, не только художник, он еще гениальный садовод, потому что он подбирал все цветы по цвету, чтобы они друг с другом разговаривали. Он их поженил по цвету, по
потому что бледно-розовый соединен с алым, сиреневые включаются. Ну, это можно просто сойти с ума. Дальше, следующий слайд. Вот эти вот плетения, когда ты сквозь вот эту плетеную розовую аллею проходишь, там не только одна такая, там вот целая аллея плетения. Абсолютно, помните, есть у Андерсена в сказке про Снежную королеву такой эпизод, где описывается, когда Герда попала в сад волшебниц. Помните? Сад, в котором нет времени года, в котором нет зимы, ничего не опадает. Все. Вот было внутри меня ощущение, вот если тут остаться, тут, наверное, никогда не наступает зима.